Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусные хрустящие чебуреки на заварном тесте. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! 600 граммов муки просеиваем в глубокую миску. Посередине делаем углубление. Высыпаем туда 1 чайную ложку соли. Вливаем 300 мл кипятка. Добавляем 60 мл подсолнечного масла. И замешиваем тесто. Оно должно получиться мягким и однородным. Прикрываем тесто пленкой и даем ему отдохнуть 20-30 минут. В это время готовим начинку. 300 граммов лука рубим ножом как можно мельче. Перекладываем его в миску, добавляем 1/2 чайной ложки соли и хорошо мнем руками до выделения сока. Затем добавляем к луку 400 граммов свиного фарша, пропущенного через мясорубку вместе с кусочком сала весом 20 граммов. Также отправляем в миску 1/2 чайной ложки черного молотого перца, 1/3 чайной ложки зиры, 50 мл воды и хорошо перемешиваем до однородного состояния. Дальше присыпаем рабочую поверхность мукой. Еще раз обминаем тесто. Делим его на кусочки весом примерно 70-75 граммов. Скатываем небольшие шарики. Прикрываем их пленкой, чтобы не обветривались. И начинаем формировать чебуреки. Берем шарик теста, превращаем его с помощью скалки в тонкую круглую лепешку. На одну половину кладем столовую ложку фарша. Распределяем его ровным слоем. Накрываем второй половиной теста. И хорошо защипываем края. Чтобы выпустить изнутри воздух, чебурек слегка приглаживаем рукой. Таким образом делаем все чебуреки.
Из указанного количества продуктов у меня получилось 13 штук. Теперь разогреваем глубокую сковороду с большим количеством рафинированного подсолнечного масла. Выкладываем туда 1-2 чебурека. Они должны лежать свободно, не соприкасаясь друг с другом. Жарим чебуреки на сильном огне до получения золотистой корочки с обеих сторон. На это уходит буквально по несколько минут на каждую сторону. Вот и все. Вкуснейшие чебуреки готовы. Подавать их к столу лучше сразу с пылу с жару. Тогда чебуреки будут максимально хрустящими и сочными. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.